У меня, кстати, не аттестат был по всем предметам, а у меня средний 178. 178, дружище. 178. Привет, дорогие друзья, вам очень понравилось... Друзья, вам очень понравилось видео, которое мы записали с этими двумя ребятами, когда они только пришли в наш прекрасный коллектив. И вот мы решили повторить подобную рубрику. Итак, это игра, которая называется «Успеть за 5 секунд». Успеть за 5 секунд до того, как приготовится шашлык, который готовится у нас на заднем дворе. Поэтому все делаем максимально быстро. Правила следующие. Я вам называю категорию, и вам нужно назвать три вещи из этой категории за 5 секунд и нажать на кнопочку. А, я знаю. Вам нужно успеть. Нажать на кнопку после ответа. Верно? После ответа. Ну что, ребята, готовы? Да. Ну тогда поехали. Мы начинаем с Боди. Да, отлично. Бодя, назови три вещи, помимо игр, которые ты делаешь за компом. Время пошло. Смотрю фильмы, смотрю... Это две вещи! Я ничего не делаю за компом, кроме как играю в доту. Вот серьезно. Значит, ты не получил очко. Следующий вопрос для Флая. Лера, главное, не потерял очко. Три вещи, которые никогда нельзя делать на буткемпе. Время пошло. Курить, пить алкоголь, принимать наркотики. Хорош, успел. Тебе бал. Бодя. Ах ты, шабишь, да? Три вещи, которые нельзя делать в баре. В баре? Не пить. Не курить, не принимать наркотики. Что это такое? 5.26 ты не получаешь балл. Домой, домой! Я специально не спешил. Все, замутился. Я даю тебе фору. Замутился, замутился, клоу. Идеальная коммуникация. Флай, назови вещи, которые нельзя делать, когда играешь в мафию. Пить, курить, материться. Он просто называет три рандомных вещи и все. Так они реально такие. И одни и те же, собственно. Ладно. Я следующий, если скажешь. Подожди, я победитель? Нет, я ты не победитель. Победитель, да. Бодя, да. Назови три прозвища или слова, которыми Флай называет своих тиммейтов. Еб... Неправильно. Второго не было. Второго не было. Сынок. А, сын... Блин. Сынок, сынок. Я проиграл, убери. Здесь нет правильного ответа. Сынок. Я знаю, но убери. Для меня это важно. Хорошо, убрала. Следующий вопрос. Назови три друга среди дотеров. Ризоль, Бадян, Алик. Ты успел? 4.53. Бодя, назови трех друзей среди кастеров. Кастеров? Переспроси еще раз. Кастер может быть аналитиков? А нет, все же кастеров. У меня нет друзей. У меня нет друзей среди кастеров. Можно забрать. Люди тогда не будут тебя смотреть. Тебе балл за честность, наверное. Балл за честность, да. Заткнись. Ура. Следующий вопрос для Флая. Назови три зеленых героя из доты. Веник, Вайпер, Тайт. Некор. Не успел. Говорит Тайт. Бодя, назови трех самых мерзких героев из доты. Вайпер, Виномас. Визаж. И Визаж. Визаж. Нет. Да нажми кнопку. Ой, извиняюсь. Не успел. Да мне Алик отвлек. Нажми кнопку. Алик, кнопку. Флай, три лучших мидера. Бадян, Мэйби, Смайл. Два. Технические неполадки. Бодя, три лучших капитана. Не Флай, не Флай, не Флай. Засчитывается. А, то есть так, да, мы играем? Тут хорошо. Нет правильных ответов. Три причины начать играть в доту. Их нет. Нет, ни одной причины. У деда все ломается. Три причины бросить играть в доту. Вот из-за таких вот, как Флай. Это одна причина. Все три причины. Флай, три ника игрока, которые начинаются на М. Maybe, Mac и Misery. Хорошо. Это все, дорогие друзья. Что у нас по баллам? Флай? Флай победитель. Домой, домой. Поздравим деда. Это, возможно, его последняя победа. Да. Давайте поздравим деда. Спасибо. Всем спасибо. Желаю, чтобы это была не последняя победа. Чередь.